Российский паспорт – официальный документ, подтверждающий личность и гражданство человека. В нашей стране момент его получения часто становится семейным праздником. Именно поэтому на торжественное вручение в Одинцовскую библиотеку номер один большинство ребят приходит с самыми близкими людьми. Я хочу вас всех поздравить с торжественным моментом вашей жизни. И слава Богу, что этот момент в Одинцовском городском округе носит такой официальный, праздничный формат. На вас накладываются и обязанности. Прежде всего, обязанности быть гражданином Российской Федерации. В этот день паспорта впервые получили 19 юных жителей Одинцовского городского округа. Ребятам передали слова поздравления от главы муниципалитета. Андрей Иванов выразил надежду, что они станут законопослушными, достойными гражданами страны. Будут любить Россию, ценить ее, бережно относиться к государству и его документу – российскому паспорту. Вместе с паспортами вручались и подарки с особым смыслом – книги замечательного историка-патриота Николая Михайловича Карамзина. После церемонии для юных одинцовцев провели экскурсию по городской библиотеке номер один – одной из лучших библиотек Подмосковья. До 14 лет может ребенок на паспорт одного из родителей оформить карточку. Когда человек получает паспорт, то он самостоятельно уже может прийти и стать читателем нашей библиотеки, не только нашей библиотеки. Библиотечные экскурсии для ребят проводятся по инициативе главы округа Андрея Иванова. Нужно отметить, что после такого знакомства с библиотекой многие юные одинцовцы становятся здесь постоянными читателями. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».